У нас сегодня в гостях одна из победительниц нашей акции, которая называется «Весна идет», Александра Нарицына. Мы бы хотели задать ей один вопрос. Скажите, Александра, как вы узнали про нашу акцию? Ну, через вашу, про вашу акцию я узнала через интернет. То есть, когда вот мы списали с вами ВКонтакте, чтобы сотрудничать, ну, по визиткам. Я зашла через вашу страницу на ваш сайт, и там об этом узнала. Угу. То есть, а когда вы отправляли электронный адрес, вы думали о том, что вы выиграете подарок? Нет, не думала. То есть, а почему отправили? На всякий случай? Да. А как часто вы выигрываете? Ну, так, бывает, выигрываю. Бывает. То есть, вы везучий человек? Ну, не скажу, чтобы очень, но в какой-то степени, да. Угу. Значит, вы получили у нас подарок туалетную воду. И крем для века. А вообще продукция Oriflame пользовались когда-нибудь? Да, пользуюсь. Пользуетесь до сих пор, да? Ну что ж, желаем вам приятного общения с продуктами, которые вы получили в подарок. И принимайте участие в наших следующих акциях. Спасибо большое.